Всем привет! Сегодня второе число, понедельник. Даша пошла в школу. Ну, а я сейчас хочу съездить в магазин. Погода у нас такая... Ну, такая погода, что не хочется вообще никуда выходить, никуда ехать. Ну, надо съездить в магазин, там купить хлеба, такое молоко. В общем, кстати, мне задают вопрос, почему я не еду сейчас к маме в село. Вот летом я езжу очень часто к маме, но когда вот уже осень и вот эта работа основная, очень огромная работа уже позади, тогда я уже, когда Даша идет в школу, я намного реже езжу, а когда будет снег выпадет, я буду еще, наверное, реже ездить к маме. Вот на следующие выходные, может быть, и поеду к ней, еще точно не знаю. Ну, Даша ходит в школу, как-то тоже, ну, к маме переехать на полдня, это толком ничего не поможешь. Есть, конечно, суббота, воскресенье, но ребенку тоже как бы немножко отдохнуть. И огороды убраны, уже посеяны, то есть мама пшеницу посеяла. Ничего там особо так, ну, и работа, конечно, в селе всегда есть. Но в данный момент там намного легче и намного меньше работы, поэтому... Провожу время дома с семьей. Ну, вот так вот. Сейчас покажу, чем я занималась вчера. Я пересадила эти все прекрасные вазончики. Ну, вот этого вот кот съел. Видите? Да, такой у меня. Вот эта Костина растет. Мандаринка, то ли апельсинка. В общем, не буду врать, точно не помню. Вот эта несчастненькая. Ну, ничего, все равно цветет. В общем, пересадила, даже фиалку пересадила. Вот эта фиалка всегда цветет зимой. Мне интересно, зацветет она или нет. Рождественник. В общем, и переставила их сюда на кухню, на окно. Они стояли у меня в зале. В зале на окне стояли. Там было больше им солнышко. А теперь я смотрю, что как-то вот здесь вроде бы светлее. И мне кажется, что здесь им будет уютнее. То я их сюда, в общем, переставила. А еще читала популярные комментарии о том, что какие успехи у меня в похудении. Смотрите, я вставала на весы в пятницу. Сегодня понедельник, то есть прошло буквально 2 дня. Ну, я честно вам скажу, я становлюсь, ну там, раз в неделю, допустим. Вот мне тогда легче, я объясню почему. Когда я становлюсь на весы каждый день, я вижу, о, сегодня 150 грамм ушло. Или 200 грамм ушло. И я думаю, у меня сразу вырабатывается, блин, всего лишь 200 грамм. Или там 300 грамм, да? Ну, до 300 в день у меня не доходит. Такая, блин, всего лишь 200 грамм, а я, типа там, ну, на какие-то идут жертвы, там, да, стараюсь то не кушать, пить больше воды, а вот такой маленький результат. А когда я уже там остановлюсь раз в 4 дня, в 5 дней, и вижу там минус 3 килограмма, 2 килограмма, о, тогда у меня уже настроение, конечно же, вот такое, потому что это меня очень-очень сильно радует. В общем, вот так вот. Ну что, поехали в магазин. Мы уже приехали с Костей домой. Дашка Привет. Пришла уже со школы. Мы получили с Костей посылочку. Сейчас откроем, заезжали на почту. Вот. И будет у нас сегодня примерка. Да. Платье. Катины платья будем мерить. Будет, вернее, Даша. Всем привет. Вернее, Даша будет мерить. Ну да, я явно не буду. Не хочешь? Хочет. Шучу. Ну что, смотрим, что в посылке. Посылка нам пришла от Разовой Ольги Васильевны. Она нам уже не первый раз присылает. Спасибо огромное. Спасибо. Сейчас посмотрим. Интересно, что там здесь есть. Так-с. Ага. Надя. Это такая, я так понимаю, косметичка. Давай я тебя открою. Ой, класс. Даши. Резинки. Будем вязать. Как раз, видите, 2 хвостика с разными резинками. Так да. Что как раз в тему. Я себе сколько могу причесок понаделать и хвостики. Так, блокнот. Я думаю, это папе. Потому что машинки? Ну да. Это ж так думаю, если честно. С календариком. Ничего себе, на 2001, на 2002 год.
Вау! Ой, ну, 2020, ну, выпал. Третий и четвертый. Все, это оставляю. Костя, ты знаешь, тебе тут есть подарочек. Не слышит. Пап! Так, дальше. Вау. Это кому? Доша. Какая милая собачка. Если я повешу, то такая... Я слышу, что там Костя что-то с котами воюет, кстати. Ага. Так, и здесь есть открыточка, записочка. Так, я рада буду с вами общаться. Мой инстаграм или по вайберу. И еще, пожалуйста, передайте подарки Жене и Вите. Огромное спасибо. Люблю вас, Оля. Привет, Надя, Костя и Даша. Желаю вам, мои хорошие, хорошие, всего самого наилучшего. И доброго удачи всем всегда и везде. Оставайтесь такими всегда добрыми и позитивными. Спасибо, спасибо огромное. Так, это так сюда. А я так понимаю, что это... Ой. Но это почему-то чуть-чуть разорвал. Я так понимаю, я вот это вот передам Вите. Вите. Вот это не знаю почему. Мне кажется, вы знаете, что посылка проверялась на почте перед тем, как нам ее сюда передали. Так, а ну Жене. Позитива, удачи и успехов во всем. Хорошего дня. Экран для записи. Но я вот это не пойму, Жене. Я так понимаю, Жене Виты сынок. Наверное, у нее сын Женя. Ему не куму Женя. Ой, не знаю. Вот это я, конечно. А ну, Дашулька, стяни это. Угу. А, тут прям вот пакет Вити Лайф. Удачи тебе во всем. Ну, вот здесь пакетик, это для Виты. Я предполагаю, что вот это вот тоже для Виты. Да, Шулька, давай вот это сюда пакет ложи. Угу. Да. Сможете это увидеть у Виты на канале. Ну, и вот это тоже, я так понимаю, тоже для Жени. Ну, если я что-то неправильно пойму. Декоративная лампа. Ну, я думаю, что это для ребенка. Ой, не знаю. Экран для записи. Да, я думаю, что это я передам Вите. Мы с ней встретимся, я это передам. Спасибо огромное, Оленька. Очень-очень приятно. Да, Бенуха? Ну что, а сейчас будем мерить. Сидит уже, ручки потирает. Ну, давай. Посмотрим, что там. Это юбка. Ой, да ладно. Можно в школу пойти? Нет, нельзя в школу пойти. Это летом можно будет одеть. Угу. Ладно, давай дальше. А это что? Ой. Вау. Это, ну... Прям платье такое. Вот сейчас дома надела и кружляла. Опа, буду переодевать. Слушай, прикольно. Вообще, а ну повернись. Оно красило на тебя. Да, прям так плотно. Ой. Ну все, можно на бал? Конечно. Я буду там принцесса. Давай следующая, сейчас... принцесса. Ну хорошо, давай я вот это, а сфоткаться я еще, кстати, хочу. О, начинается. Угу. Ну давай, примеряй. Сейчас только сфоткаюсь. О, начинается. Ух ты. Красивая. Да, красиво тебе. Очень. Я не вижу себя, так что сейчас пойду. Да ты же смотришь в телевизор. Да я только вниз вот так вижу. Вот так.
Прям принцесс. Какой я больше нравится? Теперь не знаю. Походу еще есть. О, юбка классная. Это кофточка. Ага. Спасибо большое. Ну, спасибо очень большое. Красивая, да. И это тоже футболочка. Кстати, вот это пума. Вот это сюда вот так будет. А вот это вот так. Угу. Я фоткаться. Не, красивая, Катя, очень платье. Спасибо огромное. Очень. Вообще классно. Я... Честно, я просто не знаю, вот оно нигде не висит, оно, ну... Держится супер. Да, и что то, что это... Ну, Катенька худенькая девочка, ну, поэтому... Как и я. Спасибо большое. Давай, беги. В общем, Даша довольная, как слон. А вчера я постирала белье постельное, представляете, и машинка стирает, но нету отжима. И мы вот с Костей все выкручивали, короче... вручную, и теперь у меня все досушивается. Вот здесь на диване висит, там, короче, висит постельное белье, все досушивается. Короче, капец какой-то. Это уже высохло. Уже высохло? Все можно складывать. В общем, вот так вот. Надо еще вызывать мастера на машинку. Что угу. Не день, то добрый день. Чаек. Все сразу. Все лучшее детям. Что не день, то добрый день. Ну да. Ой, ну вообще вот так вот.